Хотя первокурсники уже успели почувствовать вкус студенческой жизни, бесконечные пары, лекции, конспекты, все же самое интересное еще впереди. Ведь помимо образовательной части у студенческой жизни, как и у медали, есть другая сторона – веселая и развлекательная. Для того, чтобы влиться в творческую жизнь вуза, нужно тщательно выбрать студенческий коллектив, ведь их в Казанском федеральном немало. А чтобы упростить свой нелегкий выбор, можно сходить на экскурсию по студенческой жизни и увидеть все своими глазами. У нас вообще в стенах Казанского федерального университета более 90 творческих коллективов по разным направлениям. Театр, хореография, музыкальные направления. И, конечно же, час-полторы программы не уместят всех 90 творческих коллективов. Сегодня на нашей сцене самые-самые звезды наших танцевальных направлений. Свой звездный творческий путь многие студенты КФУ начинали именно после экскурсии по студенческой жизни. Я был зрителем на своей первой экскурсии по студенческой жизни, я был первокурсником, и там был интерактив с залом, и меня вытащили прямо из зала. И я, то есть, сразу попал на сцену на своей первой экскурсии по студенческой жизни, хотя я был зрителем, а я уже побывал на сцене, и я вдохновился, на самом деле, сценой Уникса и начал уже творить. Я увидел, насколько все это круто, на танцы, на вокал, на все на это. Потом, как раз после экскурсии по студенческой жизни, я решил, что пойду танцевать. И уже четвертый год я танцую в университете. Не упусти свой шанс стать звездой Казанского федерального. Приходи 19 сентября в деревню Универсиады или в Малый зал Уникса и записывайся в студенческие коллективы КФУ. А если ты пропустил экскурсию по студенческой жизни, не беда, ведь наш канал вел прямую трансляцию с мероприятия. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.